Начинаем очередное заседание кружка любителей гегелевской диалектики. Значит, в чем задача нашего кружка? Ну, не перечислять категории, а понимать, как они выводятся из предыдущих и, соответственно, как они устроены. И вот мы к довольно сложной категории подошли. Явление. Это вот вторая глава второй книги первого тома «Учение о сущности. Явление». Что предшествовало явлению? Рассмотрение того, что такое существование. Да? А существование оказалось не просто некое бытие. Простое бытие мы изучали в учении о бытии. Бытие и все. И, так сказать, не касались вопроса о том, а что в глубине, что под этим бытием. А тут совсем другая картина. Значит, если бытие имеет некое основание и условие, если есть какое-то основание и условие, то вот если даже этого до сих пор не было бытия, то поскольку основание предполагает основанное, то вот это основанное теперь базируется на основании и на условиях. А условие присутствует как еще одно бытие, которое вроде бы непосредственно и не связано, но без которого нет этого самого существования. И, следовательно, когда мы теперь снова будем рассматривать бытие, существующее бытие уже, не бытие, которое было просто бытием, а бытие существующее или бытие в сфере существования, то, значит, за этим бытием есть то, что является его основанием и что является его условиями, и, следовательно, оно как бы удвоено. Оно существует и как то, что есть налицо, и как то, что его порождает. И вот то, что есть налицо, называется явление, а то, что в этом явлении тождественно, явление может быть многообразное, оно может меняться, а вот то, что в этом явлении тождественно, называется законом. Вот что получается с этой категорией явления. Вот что по этому поводу написано в науке логики Гегелем. Существование есть та непосредственность бытия, которую сущность снова сделала себя. Вот почему об этом приходится говорить? Потому что когда мы начинали учение о сущности, мы с чего начинали? С отрицания бытия, правда? Потому что что такое сущность? Это снятое бытие. Снятое бытие. А значит, раз оно снятое, то это отрицание с удержанием. Вот то, что оно отрицание, мы и рассматривали вначале, и это была рефлексия. А но раз оно с удержанием, а что удерживается? А удерживается-то бытие. Правда, если сущность – это снятое бытие, значит, мы могли бы сказать, что это бытие рано или поздно всплывет. И вот оно всплыло, но оно всплыло не так, как оно было там. Там оно всплыло как простое бытие, а здесь как бытие, у которого есть основания и условия, то есть оно всплыло как существующее. И вот поэтому Гегель пишет, существование есть та непосредственность бытия, которую сущность снова сделала себя. Эта непосредственность есть в себе, рефлексия сущности в себя. А что такое рефлексия сущности в себя? То есть мы рассматривали рефлексию, а рефлексия сущности в себя – это и есть ее отрицание, а отрицание ничто – это и есть бытие. Существование есть – это рефлектированная непосредственность, поскольку оно в самом себе есть абсолютная отрицательность. То есть всегда, когда мы здесь рассматриваем в сфере сущности категории, мы всегда берем и сами категории, и их отрицание. И поскольку их отрицание их тоже отрицает, то и то, что мы рассматриваем, как непосредственно, является не непосредственным, а непосредственным как отрицание отрицания. То есть на самом деле опосредственным. Вот так обстоит дело. Оно теперь также и положено как таковое. Вот это вот существование не просто рефлексировано непосредственно, оно положено как таковое. А что значит положено? А положено, значит, оно свое существование имеет в другом. Правильно? В другом.
Вот то, что положено, это не то, что существует само по себе, независимо от другого, а то, что существует благодаря другому. Вот это характеристика положенности. И надо различать между тем, что есть, и тем, что положено. Это неоднократно такую мысль Гегель в разных местах науки логики повторяет. А вот оно теперь и положено как таковое, и оно поэтому называется явление. Явление есть поэтому ближайшим образом сущность в ее существовании. Сущность наличествует в нем непосредственно. Что говорят эти слова? Эти слова нам говорят о том, что раз оно наличествует непосредственно, значит, оно, мы должны иметь в виду и положенность, то есть его отрицание, значит, оно еще и имеет то, чем оно посредствуется. Хотя оно и берется как непосредственно, и выступает как непосредственно, но есть то, чем оно посредствовано. Что оно есть не непосредственное, а рефлексированное существование. Оно наличествует, сущность наличествует как непосредственно, но сущность – это снятое бытие. То есть снятое бытие наличествует как непосредственное. То есть то, что является по форме ничто, снятое бытие – это же ничто, оно выступает как непосредственное, не как ничто, а как отрицание этого ничто. Вот какая здесь картина, почему вот тут, так сказать, многократно он по этим вещам проходит и все время обращает внимание на то, что здесь нету простого утверждения и нету простого отрицания того, что мы видели в учении о бытии. В чем сложность? Это не просто бытие, а вот это ничто. Нет, это такое вот. Рефлектированная непосредственность – это непосредственность, которая является отрицанием отрицательного. Правильно? Отрицанием отрицательного. Вот она непосредственная. Рефлексированное существование. Это обстоятельство составляет момент сущности в нем. Почему момент сущности? Потому что мы говорим вроде бы как о непосредственном, тоже как о бытии, но раз оно рефлексированное, значит, в нем момент сущности. В нем. Или иными словами, существование как существенное существование есть явление. То есть явление – это существенное существование, то есть такое существование, за которым стоит, собственно, сущность. Нечто есть лишь явление, в том смысле, что существование как таковое есть лишь некоторое положенное, а не в себе и для себя сущее. Его существенность в том и состоит, что оно в самом себе обладает отрицательностью рефлексии. Вот эта существенность существования, заключающаяся в том, что оно есть явление, есть собственно истинное существование. Рефлексия, через которую оно таково, принадлежит ему самому. Ну вот, если говорят, что нечто есть только явление, в том смысле, как будто в сравнении с ним непосредственное существование есть истина, то нужно сказать, что скорее наоборот, явление есть более высокая истина, ибо оно есть существование, как оно существенно, тогда как непосредственное существование есть лишь лишенное сущности явление. Значит, что мы можем сказать, поглядев назад на все категории сферы бытия, что все эти категории имеют дело с бытием, но лишенным сущности. В том смысле, лишенным сущности. Лишенным в том смысле, что там нет, отсутствует еще сущность. Сущности там не рассматривается, не берется. А вот здесь мы берем те же самые категории бытия, но мы к этим категориям пришли через отрицание сущности. А сама сущность есть, имеет форму ничто. Почему форму ничто? Потому что сущность есть снятое бытие. Раз она снятое бытие, то есть снятие – это отрицание с удержанием, значит, это такое ничто, такое отрицание, в котором содержится бытие. А следовательно, здесь, когда мы говорим о явлении, мы имеем дело с таким бытием, которое является отрицанием отрицания. И вот в таком виде оно и выступает как непосредственное. Явление есть более высокой истины, ибо оно есть существование, как оно существенно, тогда как непосредственное существование есть еще лишенное сущности явления, так как оно заключает в себе лишь один момент явления, именно существование как непосредственное. А надо взять оба момента явления и существование его как непосредственного,
раз оно бытие, и опосредственное, то есть как положенность, как то, что оно связано с тем, что оно отрицает, с сущностью. И вот та сущность, которая противостоит в этом смысле, противополагается явлению, как нечто более глубокое, как то, в чем, так сказать, сущность имеет свое равенство с собой, непосредственное явление имеет в чем свое равенство с собой, оно равенство с собой имеет не в себе, а в сущности, и вот такая сущность, которая равенство, а которая представляет собой равенство с собой явление, как называется? Существенное явление. Ну, вот это осущественное. Это тогда еще явление. А тут вот сущность, которая... А вот это равенство с собой, которое противополагается вот этой сущности, которая... И это равенство с собой имеет как свое основание. Это что такое? Вот равенство явления с собой есть закон. Вот мы раньше такую формулу употребляли. Закон есть спокойное явление. Да. Что значит спокойное? Значит, это равное самому себе. Да. Спокойное – это значит равное самому себе. А значит, что значит равное самому себе? Значит, тождественное самому себе. Поэтому можно сказать, что вот если вы возьмете явление, оно и так, и сяк, оно может как угодно преобразовываться или действовать. Но оно является явлением сущности. А вот эта сущность, явлением чего и она является, тогда закон. И поэтому вот та сущность явлением, а это все сущность. Здесь же явление тоже сущность, но выступающее как отрицание сущности, то есть как бытие. Правильно? Такая сущность, которая выступает как отрицание сущности, выходит наружу, выходит как бытие. Поскольку явлений много, то этот закон... Нет, не потому, что явлений много. Мы сейчас говорим не о многих, опять вы хотите свою проточить линию про многие основания, многие явления. Никаких у нас от одного явления голова болит, Евгений Николаевич, а вы хотите много сюда принести, вы что? А как? А вот так же. А мы, иначе, к научному манизму не можем. Не надо это. Многое, многое вы, одно и многое, вы читали одно и многое? Вот я еще не видел, что вы выступали. Там. А вот вы там разберитесь, а сюда не надо. Там написано все хорошо. Там берется для себя бытие, потом... Вот для себя бытие – это такое, которое уже нет ничего такого, чтобы было рядом с ним. И тогда вот такие, так сказать, для себя бытие не имеет границы. А раз не имеет границы, оно ни от кого не ограничено. А раз ни от никого не ограничено, таких одно вы можете много взять, они ничем не отличаются. И никакого перехода через границу при этом не происходит при умножении этих вот многих одних. И получается у вас количество. Вот там вы, если хотите говорить о многом, вот там и говорите. И возвращайтесь назад в учение о бытии, и там и говорите. А здесь мы занимаемся явлением, а не какими многими явлениями мы не занимаемся. Мы занимаемся явлением как категорией, и пока мы с ней не разберемся, мы говорить о многих явлениях не будем. Зачем нам говорить о многих, когда мы еще в одном не разобрались? Потому что мы разбираемся в отношении между явлением и законом. Нет. Ну и правильно, и сущностью. А сущность по отношению к явлению выступает как его закон. Но и закон. Но и явление выступает как сущность, но только с отрицанием, потому что она выступает не в свойственной, не характерной для сущности форме, потому что сущность должна выступать как отрицание бытия, а здесь она выступает. Как отрицание сущности. А что является отрицанием? Если бытие является отрицанием сущности, то вот когда раз явление является отрицанием вот этой сущности, то оно выступает как бытие. И никуда ты не денешься. Где тут многие? Никаких многих здесь нет, но не надо ничего притаскивать. Так. Тут нет. А когда будет, тогда и поговорим. Вот рассказывает он путь, который как бы пройден логически. Сущность сначала светится видимостью в себе самой, в своем простом тождестве. Таким образом, она есть абстрактная рефлексия, чистое движение ничто через ничто. Это вот здесь повторяется, излагается то, что мы с вами проходили в прошлом году. То есть излагается само рассмотрение сущности как рефлексии. Чистое движение ничто через ничто обратно к самому себе. Сущность является таким образом. Она отныне есть реальная видимость.
так как моменты видимости обладают существованием. Реальная видимость, она не исчезает, а она есть, ее видно. Явление, как выяснилось, есть вещь, как отрицательная, посредственно себя с самим собой. А что является моментами видимости? Что? Что является моментами видимости? Моментами чего? Видимости. Моментами видимости является сама видимость, а ее отрицание. А, вот так вот. Конечно. А что является моментами Евгения Николаевича? Евгения Николаевича – его отрицание. Все ваши недостатки, Евгений Николаевич, это ваше отрицание. И не надо их, не надо их выдавать за свое утверждение. Мы вас ценим за то, что вы хороший человек. А то, что у каждого хорошего человека есть недостатки, мы можем убедиться каждый на своем примере. И для этого нам не нужно на кого-то указывать. А если кто-нибудь тут такой существует, у которого есть только вот свое утверждение без отрицания, то мы в это не поверим, будучи диалектиками, правильно? Так, ну вот явление теперь определяет себя ближе. Оно есть существенное существование. Существенность последнего отличается от него как несущественного. И эти две стороны выступают в соотношении друг с другом. Оно есть поэтому, во-первых, простое тождество с собой. Посмотрите на следующей странице. Содержащее в себе вместе с тем разные определения содержания. Вот тождество с собой, как оно само, так и соотношение входящих в него определений, есть то, что остается равным себе в смене явлений. Это закон явлений. Вот мы пришли к закону. То есть самое короткое определение закона – это тождество явления с собой. Вот еще раз посмотрите. Простое тождество с собой, содержащее в себе вместе с тем разное определение содержания, и это тождество, содержащее в себе. В себе оно содержит. Это значит, что они могут проявиться. Вместе с тем, различные определения содержания – это тождество с собою, как оно само, так и соотношение входящих в него определений есть то, что остается равным себе в смене явлений. Это закон явления. Закон явления остается равным себе. Ну, мы так это с вами и понимали. Тут на чем настаивает Гегель, на что обращает внимание? Не надо их разводить, что есть отдельно закон, а отдельно есть явление. Явление, если вы берете, то в нем есть закон. Это момент самого явления. А закон, если вы берете, то он же не оторван от явления. Закон проявляется. И таких закон, если закон нигде не проявляется, ни в каком явлении, то он не закон. То есть нельзя их брать в отрыве от другого момента. То есть вот категорию, которую мы на самом деле изучаем, явление, которое здесь соотношение явления и закона, но взятое как явление. И закон, которые соотношение явления и закона, но взятые как закон. То есть мы можем на это посмотреть, можем на то посмотреть, но они неразрывны. Не бывает такого явления, которое бы не было явлением закона, и не бывает бы такого закона, который бы не был бы законом какого-либо явления. Правильно? Вот это вот на этом вот здесь Гегель настаивает и пишет. Поэтому, во-вторых, простой в своей разности закон переходит в противоположность. Существенное в явлении противопоставляется самому явлению. И в противоположности являющемуся миру выступает в себе сущий мир. То есть противоположность миру явлений, когда мы видим поверхность и видим всякое бытие, мы должны понимать, что поскольку под каждым бытием есть его тождественность, то есть его закон, то есть как бы другой мир, более глубокий, которое мы должны усматривать за вот этим миром явления. Это мир законов. Или дальше он говорит царство законов. И в-третьих, вот он пишет, что эта противоположность возвращается в свое основание, в себе сущее определенное в явлении, и наоборот, являющееся определение, определено как вобранное в свое в себе бытие, явление становится отношением. Отношением. Но если мы говорим об отношении, то здесь сразу, можно сказать, на первое место поставлена связь и взаимодействие вот этих моментов. А пока мы говорим отдельно явление,
то здесь как бы явление, хотя в нем, в содержании его есть закон. Говорим о законе, то и в содержании закона есть явление. А когда мы и то, и другое берем уже вместе с содержанием и с законом теперь, то получается, что это отношение уже разных явлений. Ну вот он, все, наверное, знают, что в самом начале рассмотрения какой-либо категории имеется краткое и абстрактное изложение. Можно сказать, что не очень доказанное. Скорее, так сказать, утверждаю. Нет, скорее утверждающее. А потом идет его развертывание, чтобы можно было убедиться, что именно дело обстоит именно так. Вот с буквы А начинается закон явления. Не с явления он начинается, а с буквы А начинается закон явления. Потому что это существенное в существовании. Вот с этого существа. Мы же в учении о сущности находимся. Значит, что мы должны рассматривать? То, что является сущностью, а не то, что является бытием. Вот и продолжаем. Поэтому начинаем мы с закона. А если бы мы были в учении о бытии, то мы бы начинали, наверное, вот с бытия, вот с того непосредственно. Это непосредственно является просто неким выражением закона, проявлением закона. Оно не само по себе. Оно только положенность. Оно, так сказать, связано с этим самым миром. Внутренним, да. Самодвижением. Да. Явление есть существующее, опосредственное своим отрицанием, которое составляет его устойчивое наличие. Вот вам эта фраза тоже по-другому говорит о соотношении закона и явления. Явление есть существующее, опосредственное своим отрицанием, которое составляет его устойчивое наличие. А что такое устойчивое наличие явления? Закон. Закон, да. Закон. А почему говорится отрицание, такое резкое слово? Ну, просто потому, что раз оно не явление, а закон, так оно отрицание. Правильно? А соответственно, если вы берете закон, то явление является отрицанием закона. Оно же не закон. Вот если вы – это не я, значит, вы – мое отрицание. А если я – это не вы, то я уже ваше отрицание. Правильно? И мы должны понимать, что вот когда мы говорим об отрицании, это не некое, так сказать, не что-то такое плохое, а это то, что характеризует вообще устройство всего мира. Всякое движение, оно предполагает отрицание и противоречие предполагает не только утверждение, но и отрицание. Это единство и борьба противоположностей. И никогда не бывает единства, которое бы не содержало... Если это борьба противоположностей, то вот они отрицание друг друга, эти две стороны. Правильно? И никогда не бывает... Так тождество тождественно. Тождество тождественно – это совершенно, как Гегель говорит, плоское совершенно высказывание. Ёлка – это ёлка. Хотите, я вам расскажу вот это тождество, что бревно есть бревно. И тогда мы уже никакого содержания не получаем, и поэтому мы должны видеть, что мы какое-то содержание получаем, когда мы рассматриваем вот это вот одно… Взаимное влияние. Ну, можно сказать, взаимное влияние. Здесь это вы уже, когда говорите о влиянии, говорите о более конкретном. А здесь говорится о том, что одно другое отрицает, не тождественное. Мы же уже этот вопрос о тождестве рассматривали, различия рассматривали. И вопрос о тождестве, различии и противоположности – это уже было в учении о сущности. Поэтому он применяет не категории здесь бытия, не ничто и бытия, а отрицание – это уже категория сущности. Существующее есть поэтому через свое возвращение в само себя, через свое отрицание, и через отрицание этого своего отрицания. Так? Так вы понимали? Так мы понимаем существующее? Если оно существующее, вот почему, если вы помните, в самом начале наших занятий, когда речь шла о бытии, как только кто-нибудь вместо слова «бытие» или вместо слова «есть», говорил, «существует», я останавливал и говорил, это вы очень сложное взяли, давайте мы доживем до учения о сущности, и тогда будем употреблять. Ну вот мы дожили до таких времен, когда мы можем такие категории употреблять. Существующее есть поэтому свое возвращение в само себя. Откуда оно возвращается, существующее, в себя? Илья Николаевич. Из бытия. Нет, оно возвращается из закона. Это же существующее, это же явление, оно возвращается из закона. Через свое отрицание, возвращение в само себя через свое отрицание, то есть вам надо дойти до закона,
Его отрицать. И его отрицать. Тут два отрицания. И через отрицание этого своего отрицания. В какую сторону? В две стороны. Сначала, ну вы сейчас говорите о чем? Вот о существующем. О существ... Да нет, ну о чем вы говорите? Как... При чем тут развитие? Вы... Здесь все время идет разговор о существовании и законе. Вам не случайно Гегель вот такое вот краткое такое изложение этому всему предпослал, чтобы об этом не забывали. Сначала вы берете явление, то есть существующее. Но существующее не явление, если вы просто взяли. А явлением становится тогда, когда вы его отрицаете, идете к его тождеству с собой. А его тождество с собой называется закон. Отрицаете этот закон и обратно идете, возвращаетесь к этому существующему. И вот такое существующее, которое берется с возвращением от своего отрицания, тождественное с собой как отрицание своего отрицания, а отрицанием существующего является закон, называется явлением. А тогда вот это вот существующее, которое является отрицанием закона, двойным, отрицанием своего отрицания, называется явлением. Но чтобы я говорил о том, что вы явление, я все время должен указывать на то явлением, чего вы являетесь, а иначе... То есть вы от видимости. А? Мы сначала пляшем от видимости явления к закону. Мы не от видимости явления, а от существующего мы пляшем. А потом написано. Суммируем это. Вам написано явление существующее, а вы пляшете от видимости. От видимости мы плясали в самом начале учения о сущности. Евгений Николаевич, вы нас хотите нас двинуть назад вообще. Самое начало учения о сущности. А мы не хотим уйти назад. Вы хотите, чтобы мы сдали все позиции, а мы не хотим их сдавать. Мы хотим отсюда дальше пойти вперед. Это правильно или нет? Правильно. Ну вот раз правильно, мы так и действуем. Поэтому невидимость... Очень медленно. Вы знаете, Левисек... Значит, хромой и с костылями, и идущий в правильном направлении, дойдет туда быстрее, чем тот, который, наконец, скачет в противоположную сторону. Мудро. На машине все часто. Вот, значит, Гегель писал так часто и много. Следовательно, явление, во-первых, читаем дальше. Есть существование вместе с его существенностью, положенность вместе с ее основанием. Вот явление – это положенность, она же, так сказать, как бы сопоставляется с основанием. Вот когда вы это берете, тогда, вот когда это все вы берете как следует, одно через другое, одно как положенность, а другое как основание. Вот это основание тогда – это закон, а это положенность – явление. Вот какая здесь картина. Иначе говоря, по-разному старается Гегель донести до нас, чтобы мы поняли и так, и так, и так, и эдак. Мысль-то, в общем, тут одна. Существующее, как являющееся, рефлексировано в некоторое другое. В какое? В такое, которое есть тождество самого, это существующее. То есть, не, которое отрицает вот всю смену его неравенство с собой, а берется его только тождественность. И вот тождественность с собой потом отрицается, и получается явление. Оно к себе снова возвращается, но уже через свое тождество, через свое основание. А что является основанием явления? Закон. Ну вот. Видите, как вы все хорошо понимаете. Ну. Да потому что, понимаете, вот мысль, изреченная есть ложь, написана трижды ложь. Поэтому истина находится между строчек. Михаил Васильевич вот этой истиной владеет между строчек. Мы когда читаем последовательные вот эти вот фразы, да, последовательные слова, категории. Вот теперь смотрите то, что в свое время и Ленина ставило в тупик. Вот. Смотрите, что получается. Тогда ввиду отрицательности моментов возвращения ничто через ничто к себе самому. Ничто через ничто. Ничто через ничто к себе самому. Ну, так ничто. Что, с чем у вас это ничто ассоциируется? А у вас чем? У меня ассоциируется с бытием. А у меня вас? С движением. А я не знаю, что это такое у вас движение. А вот вы не знаете. Вы такой категории нашли там? Покажите мне страницу. Движение, да все время употребляется. Где? Движение. Покажите движение, покажите. Слово, покажите движение, я не вижу. Переход. Ну где там вы видите переход? Переход – это вот сейчас пойдете, когда домой, там вот будет переход. Здесь там такого нету. Здесь нет этого перехода. У вас три получается. Одна категория, вторая – переход между ними, да?
Это не переход. Мы не изучаем переход. У нас одно движение превращается в другое. Правильно. То есть одно. Так ничто. Где переход? Это не переход, это ничто. А превращение – это понятно. Да? А превращение – вот это лучше. Да, вот вы превратились в диалектику, а то, что вы перешли, вот туда перешли и стали диалектиком. Да куда бы вы ни переходите, не станете от этого диалектиком. Изучать надо, вглубь надо идти, отрицать свою недостаточную подготовку диалектическую, и через это отрицание, как мы ее отрицаем, своей лучшей подготовкой. Это же отрицание, если я лучше подготовился. Это отрицание плохой подготовки. Вот через отрицание этого отрицания, а плохая подготовка – это же отрицание хорошей подготовки. Да. Вот через отрицание этого отрицания и происходит, так сказать, лучшая подготовка. Борьба старого с новым, а старое-то оно тоже цепляется, понимаете? Не борьба старого с новым, борьба нового со старым. Да. А вы что, старое, что ли, олицетворяете? Нет. Ну, я нет. Поэтому я по-другому говорю. Борьба нового со старым. Ну, говорите, давайте дальше будем говорить тогда. Давайте. Связь обосновывающих друг друга существующих состоит поэтому в указанном взаимном отрицании, в том, что устойчивое наличие одного есть неустойчивое наличие другого, а его положенность, каковое соотношение положенности, единственно только и составляет их устойчивое различие. И их устойчивое наличие. То есть устойчивое наличие каждого составляет их соотношение. Вот их взаимное отрицание. Благодаря этому взаимному отрицанию они и то, и другое является, получают устойчивость. Основание имеется так, как оно есть в своей истине, которая именно заключается в том, что оно есть такое первое, которое есть лишь нечто предположенное. То есть не просто... Почему нечто предположенное? Потому что оно само основывается. Поэтому оно не... То, что вы взяли поначалу отдельно, это будет только предположенное. А вот когда оно будет опосредственно своим основанным, тогда уже оно не нечто предположенное, а оно уже действительно основание. Правильно? Вот Гегель говорит, что это составляет отрицательную сторону явления. В чем отрицательная сторона явления? В том, что оно предполагает закон, свое основание, то есть закон, в основе своей закон. Но в этом отрицательном опосредствовании непосредственно содержится положительное тождество существующего с собой. В законе содержится тождество существующего с собой. Оно в этом своем отрицании или своем другом, которое само есть некоторое снятое, соотносится с самим собой. Почему с самим собой? Ну, потому что это не его другое, не другое какое-то нечто. Это оно же, но взятое как равенство с собой. Это тождественно не есть та непосредственность, которая присуща существованию как таковому, и которая есть лишь та несущественная сторона его, по которой оно имеет свое устойчивое наличие в некотором другом. Напротив, оно есть существенное содержание явления, имеющее две стороны. Во-первых, форму положенности или внешней непосредственности, и во-вторых, положенность как тождественность с собой. То есть есть внешняя непосредственность, дескать, это вот. Может быть так, может быть не так. А есть еще тождество с собой. Вот это второй момент. И вот этот он второй момент явление все время рассматривает, и потом он вот постепенно и подходит к тому, чтобы уже это законом называть. Название это здесь – закон явления. Тождественное с собой. По первой стороне это содержание есть некоторое наличное бытие, но как случайное, несущественное, которое по своей непосредственности подвержено переходу, возникновению и прихождению. Так мы рассматриваем явление. Вот то, что мы, если мы будем рассматривать явление как некое бытие, это все, что написано в учении о бытии, к нему применимо, правильно? Но этим не исчерпывается понимание явления. Если оно явление, то оно, кроме того, что является подвержено переходу, возникновению, приходу, но оно имеет свою тождественность. Эта тождественность не в нем, а в чем? А тождественность в законе. А закон оторван от этого явления? Нет. Закон – это собственная тождественность явления. Можно? Да. А чем отличается положенность от предположенности? Положенность – это вот если вы берете какое-нибудь явление и полагаете другое. Предмет, который полагает другое. Вот это вот то второе будет положенностью. А когда вы оглянетесь назад, вот берете явление и думаете, откуда оно взялось?
Тогда вы его берете как предположенность. То есть вы его предполагаете без оснований. Предполагаете. Но потом, когда выяснится, что вы нашли основание, оно уже не только предположенность, оно и положенность. То есть основание находится в другом. Тогда уже... Да, в чем бы вы ни нашли? В чем бы вы ни нашли? Как только вы нашли основание, оно уже не предположенное, а положенное этим основанием. Угу. Правильно? То есть наличие основания переводит в предположенность? Положенность, да. Потому что, когда мы говорим предположенность, то это еще как бы необоснованное его. Откуда оно взялось? Предполагается и все. Предполагается. Впереди оно. А когда оно уже с основанием, то значит оно основано на чем-то. Оно уже положено. Тезис, антитезис, синтез, да? Это не совсем другое. Вот дальше он эту мысль продолжает. По первой стороне это содержание есть некоторое наличное бытие, но как случайное. Обратите внимание, категория употребляет наличное бытие. По первой стороне, по стороне явления. Но как случайно, несущественное, которое по своей непосредственности подвержено переходу, возникновению и прихождению. По второй стороне у нас есть простое определение содержания, изъятое из-под власти этой смены явлений. То, что пребывает в последнем. То, что пребывает в явлении, то есть оно сохраняется в этом явлении. Изъято из-под власти смены явлений. Ну вот это все разные формы выражения одной и той же мысли, которую мы совершенно правильно и раньше выражали, что закон есть спокойное явление. Так он изъят, следовательно, из-под власти смены явлений. Что такое спокойное явление? Надо же это объяснять тогда. Это тождество с собой явление. То есть явление-то так может меняться и так, но оно остается явлением вот этого закона только потому, что этот вот закон выражает его тождество с собой. Правильно? И их неразрывная связь. Вот вся весь этот раздел, хоть он называется явление, он как бы самой структурой и самим построением говорит о том, что нельзя рассматривать явление не как явление закона. И нельзя их разделять, нельзя их разрывать. Дескать, вот, дескать, явление мы закончили, займемся законом. При этом тоже не стоит, это само все, оно не стоит. А? Тоже двигается. Что двигается? Тождество, оно тоже двигается. Да. Тождество двигается, нет. Тождество мы с вами двигаем. Тождество не двигается. Тождество констатируется. Мы констатируем это тождество. Не тождество двигается, а тождество. Если вы берете движущееся, то тождество будет движущееся. А если вы берете тождество постоянного, не двигающегося, то оно будет тождество не двигающегося. Мы сейчас говорим о тождестве явления. Какое явление, такое у него и тождество. Но велосипедист, если он, почему он не падает? Почему он тождествен с собой? Потому что скорость набрал, потому что он велосипедист. А почему не падает тот человек, который стоит просто? Ни в каком велосипеде. Потому что он двигается постоянно, потому что у него мышцы работают. Сколько там? 70 мышц работает, когда человек стоит. Вот он тогда, значит, никуда не двигается благодаря постоянному движению. Нельзя разделять от этого. Вы где видели такой абсолютный покой? Где-нибудь есть? Да нет, ну, так хотя нету, о чем тогда и говорить. А я ко всему можу добавить. Это не просто наличное бытие, это двигающееся наличное бытие. Это не просто сущность, а это изменяющаяся сущность. Это процесс. Это не просто Евгений Николаевич, а Евгений Николаевич, который изучает науку логики. Это самодвижение. Ну, всегда правильно. Ну, если я могу это ко всему приложить, а раз ко всему приложить, то можно и не прилагать ко всему, каждый раз не повторяя. Да? Наоборот. Если... Нет, не наоборот. Значит, как бы, тоже... А вы как понимали? А никак иначе и понимать нельзя. Ну, все двигается. А что не в движении? Евгений Николаевич, покоя нету. Покой нам только снится. А вы сейчас спите, что ли? Нет. Ну, все, все хорошо. Ну, все движение. Ну, время от времени надо бы это вот... Просыпаться. Время от времени надо это декларировать, на мой взгляд. Да, время от времени. Это как бы... Да, вот поэтому вы продекларировали, я, значит, выступил с отрицанием, и вот, получили мы опять бытие. Явление сущное, сущее, многообразная разность, мечущаяся в несущественном многообразии. Вы хотели тут много-то было, вот вам много, вот вам, вот, берите, поглощайте. Явление сущее. Сущее – это что такое? Непосредственное. Непосредственное, как бытие. То, что перед нами. Сущее. Поэтому сущее – многообразная разность. И много, и разное, и сущее при этом. Вот оно на поверхности.
много чего есть, все это явление, мечущееся в несущественном многообразии. Но в этом метании что есть? Закон. Напротив, ее рефлектированное содержание, есть ее многообразие, сведенное к простому различию. Вот различию какому? Различию спокойному от этого вот. И этого самого явления, как многообразного мечущегося содержания. Идем дальше. Вот это единство, устойчивое наличие, это есть закон явления. Это конец первого куска. То, что по цифре 1. Такое вот тоже. Это единство есть закон явления. А потом, значит, речь пойдет о законе. Начинает он с явления, говорит о его тождестве, говорит о его вот этом единстве, то, что в мечущемся явлении есть, и это и есть закон. А дальше рассматривается закон. Ну, мы заранее можем сказать, что когда вы будете рассматривать закон, раз вы рассматриваете закон явления, значит, вы будете от этого самого закона восходить все время к явлению. Правильно? Потому что закон выступает как некое основание для явления. Ну вот давайте в этом убедимся. Закон есть, следовательно, положительное в опосредствовании являющегося. Положительное его нашли в опосредствовании являющегося. То есть на являющееся вы смотрите теперь с отрицанием. Ну, раз вы взяли закон, то вы его взяли за положительное, а явление говорит, ну это всего лишь явление. А вот закон это серьезно. Надо опять предположение. А? Это опять предположение, да. Это предположено. Это не предположено, это необходимый следующий шаг. Вы дошли до закона, раз вы его взяли, ничего вы тут не предполагаете. Раз вы его взяли, вы берете его как бытие. Не потому, что вы предполагаете, а потому, что вы его взяли. Вот то, что я взял, вот если я взял эту книгу, она бытие. А если я убрал, то она отрицание. Но вот мы когда ее читаем, дошли до этого места. Мы никогда все вместе не читаем, каждый читает по отдельности. Такого я не видел, чтобы мы читали все так сразу, с всеми глазами. Но когда вы говорите... То вы за множественность, то вы... Наши все артикуляционные аппараты микроартикуляциями повторяют то, что вы говорите. Значит, в принципе, мы читаем вслух то, что вы говорите, поскольку мы сидим все и слушаем. По-моему, вслух. А я, например, думал, что я один вслух читаю, а вы как раз слушаете. Нет. Как мы можем вас слышать только тогда, когда у нас вместе с вами... происходит невидимая микроартикуляция. Особенно у детей это видно, знаете, когда... А, ну вот я понял, то есть... Да. То есть вы все... Иначе мы не воспринимаем... Понял я, что все мы тут руководители кружка, а я один из его членов. Я согласен, я не спорю с этим. Нет, вы ведущий. Для чего я буду спорить? Если бы зарплату все равно не дают за руководство кружком, поэтому зачем я буду спорить? Несерьезно. Так... Здесь мы имеем, во-первых, голое свечение, исчезание обоих, несущественное явление, а во-вторых, также и пребывание или закон. Так, вот. Голое свечение. А здесь простая видимость. Вот тебе и дальше. Вот здесь дальше. Я не знаю, у вас книга какая у вас? Какой? У меня черная. Ну, вот это. Ну, я взял новейшую книгу и, да, так сказать, а чтобы... это период 27-го года. Разные периоды. Это издание 2017 года. Да. Вот это. А это значит, что если я могу страницу вам назвать, вы легко найдете туда это место. А если вы возьмете другое издание, это, то да, несмотря на все, что там у вас, да, артикулируется, вы не найдете, да, это сразу. Так вот, закон есть рефлексия явления в тождество с собой. Видите, как хорошо написано? Закон есть рефлексия явления в тождество с собой. Оно от себя, так сказать. Оно отражается от себя в тождество с собой. Рефлексия в тождество с собой. И она тогда... Но оно уже, явление отражается. Это закон. То есть закон – это не отдельно от явления. Вот явление, а вот закон, как в сфере наличного бытия. А закон есть рефлексия явления в тождество с собой. То есть явление в себе содержит свой закон. Ну, как отрицание вот этой вот суеты, этой метущейся, так сказать, этих, метущегося многообразия. Такое содержание, которое непрерывно продолжается из явления в закон.
А поэтому это содержание и закона, и явления. Но раз они неразрывны, то у них одно содержание-то. У них это у кого, извините? У закона и явления. У нас всего две фигуры тут рассматриваются. Ну, одно время вы выступали как предмет, но от этого мы ушли через отрицание. И это содержание составляет тем самым основу явления. Обратите внимание, уже не основание, а основу. Почему? А потому что основа охватывает и основание, и основанное. Вспомните содержание, основание, основа. Значит, основу явления. Значит, если я сказал основу явления, значит, сразу берется тут и второе. Все захватывается. Закон есть сама эта основа. Явление есть то же самое содержание, но оно содержит в себе еще кое-что сверх того. А именно несущественное содержание своего непосредственного бытия. То есть, как бы, явление – это тот же закон, но еще всякое несущественное добавляется к этому. С несущественным вместе. Или можно сказать, что никогда и не бывает явления, в котором было бы все существенное и не было бы несущественного. Это тождество основы явления, составляющее закон, есть его явление, собственный момент. Это та положительная сторона существенности, в силу которой существование есть явление. То есть, прямо написано, тождество основа явления. Не основание уже явления, а основа явления. То есть, как бы оно включает в себя закон. Закон – это же закон явления, а не вообще закон, не оторванный. Поэтому либо вы берете явление с законом, либо закон с явлением. Если вы сейчас рассматриваете закон, то оно – основа явления. Вот тождество явления и закона – это основа, составляющая закон. Закон находится поэтому не по ту сторону явления, а непосредственно наличен в нем. Царство законов есть спокойное отображение существующего или являющегося мира. И вот та самая мысль, которая тут нам постоянно пропагандирует Константин Константинович, что закон – это спокойное явление, она такую приобретает широту и глубину, что вот царство законов – это спокойное отображение существующего или являющегося мира. Но это не такое отображение, которое отображается у нас в голове, а не отображается, отрицается. Рефлексия же – это ведь рефлексированное царство законов. От чего оно рефлексировано? От чего оно отражается? Отражается оно от явлений. И вот тут третий пункт. Закон, следовательно, существенное явление. Закон – это существенное явление. Очень просто и понятно. Вот можете вооружиться новым. По определениям закона. Существенное явление. А в явлении много чего незакономерным является, несущественным. А вот существенное явление – есть закон. А почему можно так сказать? А потому что они неразрывны. Нельзя не сказать, вот явление, а вот его закон. Так вы берите явление, берите существенное явление и получите закон. Так. И вот дальше за этим идет пункт «Б» большой. Первое у нас было А, это Б, которое называется «Являющийся и в себе сущий мир». Это понравится Евгению Николаевичу больше всего. Он хотел как раз, чтобы было сразу много, чтобы много было хороших истин. Вот тут много явлений, и вот целый мир. Но тут и те, которые стояли на одном, тоже стоят, потому что один мир являющийся, а другой в себе сущий. И эти два мира не разделены. Это один и тот же мир. Вот в чем содержание этого раздела. Правильно? Мир один. Но в этом мире есть тот мир, который выступает как явление, и он же выступает как существенное содержание этого мира, как основа, то есть как закон. То есть мы смотреть и стоя, и видя и этот момент, и этот момент. И внешний, и внутренний. Да при чем тут внешнее и внутреннее? Это категории мы сейчас тут не рассматриваем. Есть там место для внешнего и внутреннего, там надо их и рассматривать. Здесь об этом речи не идет. Здесь говорится о том, что является,
Что мы добавим этими словами? В себе сущий мир – это внутреннее. Значит, в себе, в себе, Евгений Николаевич, сразу вам даю точное определение – это равенство с собой, не более чего, с самого начала. Еще мы это в себе изучали, когда говорили об изменяющемся нечто. И это надо запомнить на всю жизнь, что в себе бытие – это равенство с собой, и все. Никаких внутренних, внешних. Вот у меня нос равен самому себе, он внешний. Ничего тут внутреннего нету. Это только явление. Это у вас только явление, а у меня нос – бытие. А у меня нет. Ваш нос для меня нет. А мой нос есть простое творчество явления с собой. А у вас он считался внутренним, со внешним и так далее. Не надо эти рассказы. Не надо добавлять. Вот всегда, то есть не надо на этот, на операционный стол приносить тряпки, ботинки и другие предметы, которые не нужны для хирургической операции. Не нужны. Ничего лишнего, Евгений Николаевич. Задача у вас состоит в том, чтобы ничего не прибавлять. Убавить вы тут не можете, потому что не вырвешь отсюда. Тут непрерывная такая связь категорий. А вот прибавить сюда можно принести и сказать, а давайте сюда внесем еще горшок с цветами и поставим. Их сопоставим с законом и явлением. Можно? Можно. Но это называется нарушение логики всякой. Но на самом деле закон есть также и другое явление как такового. Вот в этом разделе. Ну, ничего такого уже тут нового. Тут нет, тут просто продолжается та же самая мысль о том, что они неразрывны, что в себе и для себя сущий мир называется также сверхчувственным миром, потому что непосредственно наши чувства, так сказать, получают, так сказать, какие-то сигналы из мира от поверхности, от явления, да? А законом, для того, чтобы добраться до закона, надо еще иметь разум. Правильно? То есть он непосредственно его не увидишь, надо отрицать его. То есть отрицать его вот это метущийся характер и найти в нем спокойное. Поэтому его можно называть и сверхчувственным миром. Поскольку разум, вообще говоря, это сверхчувственность, а не просто чувственность. Правильно? Правильно. Сущность не имеет еще никакого наличного бытия, но она есть. И в более глубоком смысле, чем бытие. Вещь есть начало рефлексированного существования. Вот, кстати, у нас тут есть товарищи кружок по капиталу Маркса, на котором они разбирали вопрос о том, что такое товар. И совершенно правильно обнаружили, что вот Маркс сам использует категорию вот эту вещь. Что такое товар? Это прежде всего полезная вещь. Так? Прежде всего. Прежде всего это не значит, что он еще рассказал, что это такое. Это прежде всего. Вот. А полезность вещи делает ее чем? Потребительной стоимостью. И вот некоторые товарищи про потребительность забывают, что потребительная стоимость – это вещь. А полезность – это свойство этой вещи. А свойство проявляется, как мы вот здесь вот только что свойство мы прошли, проявляется как сущность, которая проявляется через отношения с другим. А услуга – это не товар? Нет, конечно. Услуга не товар. А что же они торгуют? Нам-то какое дело до них? Вы что, вот есть торгаши, а есть люди, которые изучают науку логики. Мало ли чем они торгуют. Я сейчас торгую всем. Что надо вам? Что вам продать? Почками торгуют. Что еще? Любовью. Смотрите, пойдите вот на столбы, посмотрите, торгуют. Что? Да, это? На свадьбе торгуют. Ну так а что вы спрашиваете, Евгений Николаевич? Это называется, если вы у Маркса вы читали третий том, называется иррациональные формы. В рациональном виде все продается. Земля, в которой нет ни одного часа труда не вложено, она продается прекрасно. Особенно, если удается ее захватить. Быстро побежали после реформ гайдаровских и захватили куски. Заводы продаются. Все что угодно может продаваться по этому вещи. Право на продажу. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Нет, ну, вот тут как раз хорошо. Вы это вот такие делаете скачки. Скачки. Я вот говорю о том, как, что вот это, вот то, что здесь говорится о том, что вот категория вещей Марксом использовала. Поэтому тот, кто начинает называть товаром не вещь, он
Не марксизм. А почему? Потому что вот тут-то и очень важно, что, вы, конечно, Гегель трактует, может быть, и вещь в конечном итоге как выражение абсолютной идеи, да? Но материалисты, начиная с первой же категории чистого бытия, трактуют ее как выражение, как материю, как явление материального мира, явление материального мира, вещь. И если вы, а вы что об услуге говорите? Что такое услуга, вы знаете? Услуга, да. Это деятельность человека. Деятельность. Услуга это то, что я это сделал вместо кого-то. Это не вы сделали. Это и не вместо кого-то. Если вместо вас я сделал ваш дом, то вы меня эксплуатируете. Это никакая не услуга. А вы эксплуататор, а я эксплуатируемый. А вот услуга – это деятельность одного человека, направленная на другое. Если я подстригаю вам волосы, я парикмахер. Это парикмахерская услуга. А если я преподаватель, то я преподаю. А когда преподаю, тоже голову обрабатываю, но изнутри. Это тоже услуга образовательная. Это не вещь. И поэтому это не материя. Это не материя, не материальный мир. Материальный мир – это я отношусь к материальному миру, вы относитесь. А услуга это к материальному миру не относится. А рабочая сила – это товар? Но не вещь. Так что, знаете, Михаил Васильевич, одно дело отношение, другое дело. Нет, Евгений Николаевич, рабочая сила – не товар, она продается как товар. Потому что в капиталистическом мире все становится... становится товаром. Ну так и не сам. Превращается в иррациональной форме. Я вам только что говорил, что земля, может быть, в которой нет ни капли труда, тоже выступает как товар. И есть землевладельцы, которые реальные товары получают, потому что они получают земельную собственность. Рента – это реализация земельной собственности. Экономическая форма реализации земельной собственности. То есть это разные вещи. Надо понимать, что если вы вначале находитесь капитала Маркса, то вы должны увидеть, что он сначала разделяет все на вот есть вещи, и когда да, движение товаров и движение стоимости – это движение материальных продуктов. И тогда мы видим, сколько продуктов от вас ушло и ко мне перешло. А если мы этого не видим, тогда у нас получается наоборот, что те люди, которые материальные продукты не создают, вот эти люди как бы всех и кормят. Михаил Ильич, вы марксист? Я-то да. А Маркс? А вы? Я и марксист тоже. То есть вы и марксист, и не марксист вы? Я как бы равен себе и не равен. Вот я и чувствую, что вы и марксист, и не марксист, и равен самому себе, и не равен. Потому что марксизм... Марксист вечером? Марксизм... Нет, одну минуточку. Марксизм – это нечто завершенное. Марксизм не может быть завершенным, марксизм. Потому что познание бесконечно. А вы делаете из марксизма догму. Наоборот. Да, значит, вы догматик. Ну, где-то когда-то. Не где-то когда-то, а здесь и сейчас. Ну, правильно. Так Маркса спросили, почему вы не записались в марксистский кружок? А он говорит, потому что я не марксист, а Маркс. Нет, он такого не говорил. Он говорил другое. Если это марксисты, то я не марксист. Вот что он говорил. Про своих некоторых последователей. Вот так он говорил. Да я точно. Да, именно так. Если я не марксист, то я не марксист. Я понял. Вот так, Евгений Николаевич. Вы попали в серьезную среду, очень ответственную. Попали. Это вот я и рад. Вот. Так что, вот... Мы здесь добрались, вот в этом смысле вещь берется не какое-то явление, которое человек, но прежде всего мы рассматриваем вещи, а потом уже по аналогии и в зависимости от. И поскольку все от этого зависит, ну вот скажем, если материальное производство имеет определенную форму, тогда эту же форму общественную начинает принимать. И совсем другие явления. Явления, которые не являются материально-вещественными. Вот и все. Да это могут быть идеи. Вот все время сейчас бьются за то, что как бы, значит, если вы включили, а вы интернационал в интернете будете включать, а может уже его, этот интернационал, зарегистрировали, и деньги надо платить, если хотите послушать. Я нарвался на капитал, там написано авторские права, типа, нет, удален в связи с требованием автора. Да. Скопировал, получить файл, видите, капитал нужен был мне срочно. Я раз так, завтра удалил. Значит, задание на следующий раз. Значит, мы с вами рассмотрели
это вопрос о явлении, и вот надо добраться до существенного отношения. Будем рассматривать существенные отношения, отношения целого и частей. И это очень важно разобраться и понять, что целое нельзя рассматривать, что понятие целого уже в самом себе содержит части. И часть, если я говорю о частях, оно содержит в себе понятие целого. Обязательно. Обязательно. И поэтому вот их попытка, так сказать, где-то их отдельно брать, это на самом деле неверно, нелогично и не соответствует истине. А это сплошь и рядом имеется во всяких исследованиях. Это очень важно. Значит, то есть у нас, вот мы рассматривать будем существенные отношения, целые части, сила. И вот дойдем до любимого Евгения Николаевича отношения внешнего и внутреннего. Вот посмотрим, как вы будете разговаривать тогда, когда мы до этого дойдем. То есть одно дело, когда вы об этом говорите, тогда, когда мы это не разбираем, а другое дело, когда мы это разбираем. Вот тогда вы, просьба тогда и выступить по этому поводу. Пожалуйста, здесь вот отношение внешнего и внутреннего, и на этом раздел явления. То есть вторую часть раздела явления мы рассматриваем до действительности. В следующий раз. И это мы сделаем. Отношение между целыми и частями. Да, и дальше, до действительности. Раздел явления до действительности. Раздел явления до конца. А раз мы уже часть прошли, значит, все явление теперь до конца. То мы только часть разбирали, а теперь все. Ну, раз мы это разобрали, можно считать, что мы это тоже можем рассматривать? Вот. И это мы у нас... Когда у нас следующее? 26-го, да? 26 декабря. Здесь же. А потом мы сделаем перерыв до февраля. И в феврале продолжим занятия. В январе занятия кружка не будет. Кто устал от занятий науки логики, может отдыхать. Ну, а как отдыхают те, кто изучает науку логики? Они берут науку логики и читают. Да, это самый лучший отдых. Спасибо.